Сегодня вы сюда приехали по приглашению вашего конгресса, привезли детей, чтобы здесь увидеть какое-то хоть доброе дело, отлучиться от всего неприятного, увидеть доброе. И не знаю, вот ждем, что будет все хорошо, и дети будут радостные и вернутся домой довольные. Зерафима захочка, шгала азарашпаку. Ахмару маяхя. Пшдзала. После того, как мы провели мероприятие для детей в селе Атара, к нам обратились жители этого села с просьбой организовать подобное мероприятие и для их детей. Сообщили нам о том, что здесь они соберут детишек из ближайших сел и очень-очень просят, чтобы и их дети пережили те же эмоции и тоже впечатления, как бы, тем более после ограничительных мер, когда дети и в школу не ходили. Мы обратились с этой просьбой к председателю Высшего Совета Всемирного Абхазо-Абазинского Конгресса Мусеха Валиевичу Игзекову, на что он сказал, что касается детей, то непременно, конечно, организовывайте. И вот таким образом сегодня здесь состоялось это мероприятие, этот праздник, эти эмоции. И действительно мы очень счастливы, что столько детей смогли ощутить и прожить все то, что прожили как бы детишки в селе Атара. Огромную благодарность хочется выразить нашим друзьям, нашим партнерам. Это традиционные наши партнеры Резус Антария, Ручи Сардзенба и Гудиса Шурдулава. В этом году нам также помогли и представители фирмы Премиум в лице генерального директора Астамура Геннадьевича Гагуля, за что им огромная отдельная благодарность. Мне все очень здесь понравилось, все было интересно, а именно мне понравилось, когда бросали листья. Спасибо вам большое за все, то, что вы сделали. Здесь бета, я хайс по
хазайро. И табу парахо зиге при аздаз. Хахзе при аздаз. И табу парахо. Маленький, да, шейф. Держи. Держи.